Всех мы неправильно питаемся, и худеть мы не пытаемся, вечно жрем, чего не попадя, вечно пьем, чего нальют. И только жены наши бедные, диетические бледные, одуревшие от бескормицы, зелень вялую жуют, а шашлычок под коньячок и соус остренький к нему желательно нарезать кольцами лучок. Очаровательно. Очень вредно есть соленое, очень вредно есть перченое. Ой, а как вредно есть вареники и мясо жирное в борще. Говорят с тоской ученые, что опасно есть копченое. А по последним изысканиям крайне вредно есть вообще. А у меня система нервная, а слишком нервная, наверное. Я голодный, сволочь, сволочью, а сытый я не так уж плох. А нервы щавелем не лечатся, организм тоскует, мечется. Мясо просят тигры, граждане, не едят чертополох. А взять грудинки пожирней, еще ветчинки к ней, да лососинки к ней. Стаканчик хлебного вина, ну и изумительно. Проповедуют умеренность, аскетизм и воздержание. Говорят, умерь желания, скушай грушу на обед. А спорить с этими аскетами все равно как с морковными котлетами. Ну какая философия у морковных, у котлет?